Всем привет, я Нокс, это завтрак на бегу. Собираюсь на работу и ем гречневую кашу. Она мне сегодня с мяском, с аджикой и немного зеленого лука. Интересный салат сделала с заправкой из масла, бальзамического соуса, горчицы и меда. Там у меня капуста, редька, репка и яблоко. В принципе, ночь не стоялась. А, еще добавила тмин. В общем, должно быть очень вкусно. Вчера вечером перед сном читала вот эту книженцию. Не особо-то греческая кухня отличается от нашей. Просто другие названия. Да? С собой в метро таскала Элегию Хиллбилли. Вот я уже тут на 54-й странице. В общем-то, пока интересно, но не сказать, что прям вау. Отсутствие диалогов и отсутствие каких-либо таких событий. Здесь просто рассказывается история от первого лица. И не так, чтобы сильно интересно. Эту тоже с собой ношу, эту ношу и по-прежнему не открыла. Это еще один 51-й смертельный грех, смертный. В русском языке, да. В общем, вот такие вот дела. Настроение говненское, на работе проблемы. Работать вообще не хочется. Если честно, я бы вот сейчас поела и спать обратно легла. Но денежка сама себе не заработает на книжке и на прочие радости, поэтому придется ехать. Пишите, если вы тоже ненавидите весь мир с утра и не хотите работать вообще никогда. Ставьте лайки. Всем хороших книг, вкусной еды. Пока-пока.